лотосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тирозин — священный дар Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделаю. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тирозина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи Тирозина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Достаточно минералов. А вот подлота. Вот координаты мест добычи тирозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с тирозином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. Недостаточно пристройка. Требуются дополнительные хранилища. А! Чего пугаешь? Поди ж ты. Эй! СМ готов. Есть работенка. За твой счет. Ура! Сверхурочный! СМ готов! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. СМ готов! Вооружен, я бы... Канал открыт. СМ готов. СМ готов. Входящее сообщение. Выкладывай. Эта планета была священной земной Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись.
Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. КСМ готов! Недостаточно минералов. Что стрясло? Будем. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Требуется дополнительное хранилище. Требуется помощь. Есть. Бегом! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Эй! Что происходит? Вооружен и опасен! Я уже заждал! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Канал открыт. КСМ готов! Есть работёр! КСМ готов! Кого подлатать? Да. Выкладывай. КСМ готов. Клеров на связи. Угу. Будет сделано. Здесь нельзя строить. Улучшение завершено. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Канал открыт. Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Отбой, место мат. Отлично. Вот и первая канистра. Штаб вас понял. Лев на связи. Требуется помощь. Связь на лагерь. Режим готов. Система. Что стряслось? Выкладывай. Тут режим готов. Клеров на связи. А! Чего пугает? Есть нападем. Какие будут указания? Смелый ход, мистер Рейдер. Обходишь по два алтаря за раз. При таком раскладе будет сложнее отбиваться от Талдаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. Лев на связи. Мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни. Протосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ, иначе все пропало.
Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тиразином. Лучше. Вооружен и опасен! Лев на связи. Отдалим их интеллектом. Выкладывай. Чего? Приказы будут? Я уже заждался. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Большая часть канистр уже у нас. Что происходит? Лев на связи. А? Система функционирует. Канал. Связь. Какие будут указания? Место назначения. Канал открыт. Цель выбрана. Голиаф на связи. Какие будут указания? Канал открыт. Связь налажена. Подтверждаю. Приказ получен. Михаил. Требуется помощь. Лев на связи. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь с тиразином. Связь налажена. Какие будут указания? Выкладывай. Будет сделано. Канал открыт. А? Чего пугаешь? Кого подлатать? Клеров на связи. А, восход. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Есть работенка. Значит. База атакована. Что стряслось? Лев на связи. Системы функционируют. Приказ получен. Канал открыт. Какие будут указания? Требуется по связи. Цель выбрана. Месторождение минералов выбрано. Тактические данные получены. Связь налажена. Клеров на связи. Система. Канал открыт. А? Что происходит? Понял. Какие будут указания? Есть работенка. Клеров на связи. Канал открыт. Система функционирует. Месторождение минералов выработано.
подлатать? А? Чего пугает? Канал открыт. Лерус на связи. Место назначения. Пристройка завершена. Улучшение завершено. Требуется помощь. Улучшение завершено. Системы функционируют. Какие будут указания? Связь нам. Системы функционируют. Тактические данные получены. Клеров на связи. Приказ получен. Канал открыт. Внимание! Толпы запечатывают полтора стиразин. Клеров на связи. Внимание! Толпы запечатывают полтора стиразин. Тактические данные получены. Какие будут? Канал открыт. Есть месторождение. Клеров на связи. Что происходит? Требуется помощь. Клеров на связи. Штаб восход. Цель выбрана. Кто на новенького? Черт бы побрал этих Талдаримов. Если они запечатают алтари, мы никогда не соберем газ. Отправь к алтарям своих вояк, пусть разгоняют протосов. Какие будут указания? Вооружен и опасен. Требуется помощь. Лев на связи. Канал открыт. Место назначения. Требуется помощь. Займи брата. Мистер Аш. Бегом! Лев на связи. Начинек. Давай. Связь налажена. Лев на связи. Давно бы так! Приказ получен! Выполняю! Составим их интеллектом! Кому наверх? Месторождение минералов... Требуется... Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стиразином. А? Ну да, улучшение конечно. Завершено. Лев на связи. Канал открыт. Что произошло? Требуется помощь. Ура! Лев на связи. Приказ получен. Требуется помощь. Тактические данные. Клеров на связи. Месторождение. Требуется помощь. Канал открыт. Связь налажена. Система. А твои рейдеры шустрые парни. Осталась всего лишь одна канистра. Лев на связи. Недостаточно минералов. Цель выбрана. Система функционирует. Требуется помощь. Как получится? Требуется помощь. Лев на связи. Какие будут указания? Связи. Канал открыт.
расходы. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь Стеразина. Что происходит? Лев на связи. За дело? Какие будут указания? Требуется помощь. Связь налажена. Кого подлатать? Приказы будут? Есть нападенка. Лев на связи. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь Стеразина. Почему бы и нет? Кому навешать? Давай, удиви меня! Лев на связи. Связь налажена. Что? Лев на связи. А? Что происходит? Внимание! Талдарим запечатывают алтарь Стеразина. Система функции. Связь налажена. Недостаточно минералов. Какие будут указания? Лев на связи. Место назначения. Связь налажена. Канал открыт. Связь налажена.
Канал открыт. Какие будут галеров на связи? Недостаточно. Штаб возможен. Как получше. Канал открыт. Требуется помощь.
Бестола. Рейдеров на связи. Последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Все еще не доверяешь мне, брат? Пока не определишься, обсуждать нечего. Это Тош, чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос. И цацкается со своими куклами. Ну и ладно. Разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Я повторяю, погибли тысячи людей. Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос, могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Кейт Локвелл, специально для UNN из центрального мира Нефер-2. Ты знаешь, к кому обратиться? When you don't believe
что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если Тош действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и Тош явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. А где Тош? Я думал, он уже тут. Он покинул корабль. Я думал, вы уже... Сэр, у нас входящая зашифрованная передача. Соединяй. Так-так. Печально известный Джим Рейнер. Меня зовут Нова. Есть разговор. И какой у меня может быть разговор с ручным призраком Императора? Тош тебе врет. Мэтт, подключи Тоша. Думаю, он все равно все слышит. Со фантомами будущее. Ты просто не способна понять это, девчонка. При превращении в фантомов призраки становятся маньяками, одержимыми идеей убийства. Те из них, кого мне удалось поймать, сейчас отбывают срок в Новом Фолсоме. Не слушай ее, брат. Помоги мне освободить фантомов из тюрьмы, и вместе мы свергнем Менгска. Тош хочет вернуть псионные способности своим приятелям-фантомам. Ты сам помог ему добыть нужные компоненты. Заключенные Нового Фолсома — маньяки-психопаты. Ты правда хочешь отпустить их на волю? Я помогу тебе в войне против Менгска. И мои друзья тоже. Она никогда не будет тебе союзником. Тош, это бомба с часовым механизмом. Он будет твоим лучшим другом до тех пор, пока не всадит нож тебе в спину. Это момент истины, друг. Выбирай. Почему ты не рассказал мне о своих планах сразу, Тош? Впрочем, я все равно доверяю тебе больше, чем этой убийце на побегушках у Доминиона. Мы начали это дело вместе, так доведем же его до конца. Неудачный выбор, мистер Рейнер. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, брат. А теперь пойдем вскроем новый Фолсом. Загружаю данные о новом Фолсоме. Вот, брат, полюбуйся. Они окопались со всех сторон. Похоже, Нова предупредила их. Теперь без хорошей армии туда не пробиться.
Тебе нужна не армия, а один единственный фантом в нужном месте и в нужное время. Тогда мы полностью полагаемся на тебя, Тош. Мои парни сделают все возможное, но им понадобится твоя поддержка, чтобы выйти на позиции. Не вопрос. Основную работу я беру на себя. Просто отправляй бойцов мне в помощь. Об остальном я позабочусь. Рядом с основным зданием есть два тюремных блока с военными заключенными. Если мы освободим арестантов, то, вероятно, сможем рассчитывать на их помощь. Что еще? Доминионцы построили базу у главного входа в тюрьму. Уничтожьте базу, и охрана разбежится. Все остальное предоставьте заключенным. Ладно, Тош. Ты готов? Я очень долго ждал этого дня. Я готов. Маскировка. Я незаметно подберусь к охранникам и перебью их. Есть у меня один фокус. Я его называю взрыв мозга. Помогает убивать по нескольку врагов за раз. Видишь турель на той стороне моста? Если я подойду слишком близко, доминионцы обнаружат меня. Сейчас разберемся. Ништяк. Точку. Может и так, а может и нет. Тош, тебе на подмогу идут мои ребята. Все, что от тебя требуется, это посылать подкрепление. А я позабочусь об остальном. В точку. Может и так, а может и нет. Войска со... атакованы. Союзников атакованы. Сейчас разберемся. Я сам себе хозяин. Может и так, а может и нет. Войска союзников
атакованы. База союзников атакована. Может и так, а может и нет. Ништяк. Сейчас разберемся. Точку. Болтан. Войска союзников атакованы. Отлично, Тош. Мы двигаемся дальше. Освободи свой разум. Я сам тебя хозяин. Войска союзников атакованы. Сейчас разберемся. Может и так, а может и нет. Когда у меня заканчивается энергия, я могу восполнить ее за счет жизненной силы союзника. Это называется поглощение. Чем здоровее союзник, тем больше энергии я получаю. Процедура бесполезная. Ну, почти. Сейчас разберемся. Войска союзника атакованы. Тош, ты приближаешься к первому тюремному. Войска союзников атакованы. Точку. Войска союзников атакованы. Когда у меня заканчивается энергия, я могу восполнить ее за счет жизненной силы союзника. Это называется поглощение. Чем здоровее союзник, тем больше энергии я получаю. Процедура бесполезная. Ну, почти. Точно. Что слышно? Так, я сам себе хозяин. Тош, ты приближаешься к первому тюремному блоку. Освободи заключенных, и у нас появятся новые союзники. Сейчас разберемся. Уболтал. Войска союзников атакованы. Точку. Я сам себе хозяин. Ништяк. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Атакованы. Ништяк.
Войска союзников атакованы. Я сам себе хозяин. Может и так, а может и нет. Ништяк. Точку. Войска союзников атакованы. Союзников атакованы. Я сам себе хозяин. В точку. Войска союзников атакованы. Молодец, Тош. Освобожденные заключенные помогут нам уничтожить остальные посты охраны. Разберемся. Войска союзников атакованы. В точку. Может, а может и нет. Я сам. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Сейчас разберемся. Уболтал. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Мне тут. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Уболтал. В точку. Войска союзников атакованы. Нет. Я сам себе хозяин. Недостаточно энергии. Войска союзников атакованы.
косяк. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Освободи свой разум. Войска союзников атакованы. Yeah.
мощная энергия. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Союзников атакованы. Войска союзников атакованы. В точку. Меньше слов. Войска союзников атакованы. А может и нет. Сейчас разберемся. Что слышно? Войска союзников атакованы. Недостаточно энергии. Войска союзников атакованы. Союзников атакованы.
Войска союзников атакованы. Так. Болтал. Я дам тебе хоть. Войска союзников атакованы. Сейчас разберемся. Ништяк. Болтал. Я сам себе хозяин. Может и так, а может и нет. Войска союзников атакованы. Болтал. Выкладывай. В точку. Сейчас разберемся. Войска союзников атакованы. Союзников атакованы. Готовы двигаться дальше. Отвлеки их, пока мы разворачиваем форпост. Я болтал. Ты рядом со вторым тюремным блоком? Тош, хочешь завести новых друзей? Можешь положиться на нас, Тош. Мы отвлечем охрану, пока ты будешь освобождать заключенных. Недостаточно энергии. Ядерная ракета готова к запуску. Укажи цель. Учти, что взрывом может зацепить и нас. Я сам себе хозяин. Ништяк. Войска союзников атакованы. Теперь, когда эти ребята на свободе, мы разнесем тюрьму по камешкам. Отличная работа, Тош. Войска союзников атакованы. Что случилось? Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Точка. Энергии.
сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Болтал. Может и так, а может и нет. Войска союзников атакованы. В точку. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я сам тебе хозяин. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Может и так, а может и нет. Войска союзников атакованы. Болтал. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Убеди меня, болтал. Я сам себе хозяин. В точку. Войска союзников атакованы. Сейчас разберемся.
точку. Сестры, вас ждет новая жизнь. За 50 лет ни один заключенный не сбежал из Нового Фолсома. А мы за один день освободили всех. Даже не верится, что у нас получилось. Вы молодцы. Теперь мы с фантомами закончим дело. Убьем Менгска. И сожжем Доминион дотла. Избавление от Менгска — только первый шаг. С него начнется новое, светлое будущее. Неужели ты не понимаешь? Мы освободили всех инакомыслящих, выступавших против Менгска. В этом наша истинная победа. Ты и правда такой наивный. Завтра будет новый Менгск, а за ним придет следующий. Твоя прекрасная мечта о светлом будущем – просто иллюзия. Если все так безнадежно, почему ты здесь, Тош? За что ты борешься? У нас одна цель, брат. Я не успокоюсь, пока Менгск жив. Месть нам ни к чему. Наша революция ради свободы. Это твое будущее, Мэтт. Но оно не для таких, как мы. Очень рискую, доверяя тебе и твоим людям, Тош. Надеюсь, снова ошибалась насчет вас. Ха, не слушай ее. Процедура перевоплощения в фантома отражается на каждом по-своему. Но все мы при этом остаемся людьми. Мы стали призраками по своей воле. Ни она, ни ты, ни Менгск не навязывали нам это решение. Потому что единственная настоящая свобода, которая есть у каждого, это свобода выбора. Но могу ли я доверять фантомам? Могу ли доверять тебе? Не бойся. Мы будем с тобой до конца. Мои братья и сестры обязаны тебе всем. Срочное сообщение. Как нам стало известно... Что такое? Сейчас... Кейт? Но... я... После дерзкого налета на тюрьму Новый Фолсом на свободе оказались опаснейшие государственные преступники. Служба безопасности Доминиона приведена в полную готовность, поскольку многие из беглецов ранее принимали участие в проекте «Лезвие тьмы», который, как нам удалось узнать, был частью программы Доминиона по обучению призраков.
Также нападавшие освободили группу политических диссидентов. Кейт, вам известно, кто это сделал? Замешаны ли в этом рейдеры Рейнера? Судя по уликам, это были именно они, Донни. Итак, сегодня Джим Рейнер сделал вселенную еще опаснее для мирных жителей. С вами в студии UNN на Кархале был Донни Вермиллион. Не для мирных жителей, а для плохих ребят, Донни. Я бы на твоем месте уже начал волноваться. Думаю, тебе интересно будет узнать, Тош и его фантомы присоединились к нам и нашей маленькой революции. Ты явно питаешь слабость к неуравновешенным псионикам, Джимми. А я думаю, зря мы дали волю этим чокнутым. Старина Менгск не просто так их под замком держал. Для Менгска они были оружием, не более того. Любое живое существо имеет право на свободу. Любое. Этот типчик Тош передал мне чертежи оружия и брони фантомов. Ты уверен, что мы можем доверять этому парню? Я слышал, он промывает своим новобранцам мозги или что-то вроде того. Фантомов набирают из добровольцев, вот в чем дело. Тош лично следит за каждым, чтобы они не съехали с катушек, получив доступ к особым способностям. Никакой промывки мозгов. Хорошо, если так. Не хотелось бы, чтобы однажды эти бесноватые вышли из-под контроля. Хватит и одного Тоша. Я уже не знаю, чего на самом деле добиваюсь. Кручусь на месте, пытаясь поймать себя за хвост. Командир, мы были с вами с самого начала. Ваше чувство справедливости – вот что не дает нам свернуть с выбранного пути. Я уже давно потерял веру в справедливость. Всю свою жизнь я сражался. Я убивал. Я посылал отличных ребят на смерть. Ради чего? Сейчас у меня единственная цель в жизни – отомстить Менгску. А когда рассеется дым, надеюсь, такие парни, как ты, построят лучший мир. Обязательно. Главное то, что вы подарили нам надежду, сэр. И пока она есть, я не сдамся. Обещаю. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Бойцы на позициях. Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да. Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается. Так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично.
Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Хватит прятаться, мальчики и девочки. Пора заявить о себе. Почему бы и нет? Как скажешь. Включите автотурели! О, пустите меня к этому монстру. Сэр. Ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Бойцы на позициях. Мы готовы. Приказы будут! Хватит прятаться, мальчики и девочки. Пора заявить о себе. Бегом! Задавим их интеллектом! Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Включите автотурели! О, пустите меня к этому монстру! Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. Попляшите у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Хотя кому я это рассказываю? Есть работенка.
правилы? Давай, удиви меня! Приказы будут вооружен, я... Как самочувствие? Я обо всем позабочусь. А, похоже, все серьезно. Крейсер готов. Сэр, крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, горячие головы, вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. Недостаточно минералов. КСМ готов. Войска союзников атакованы. Есть работа. Резем готов. Приказывай, командир. Где тут раненые? Так что дальше, командир? Разнести базы? Резем готов. Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. А вот, подлата, что происходит? Выкладывай, что стрясло? Войска союзников, пристройка. Кому горяченького? Бум! Требуются дополнительные хранилища. Войска союзников недостаточно минералов. Я тут. Режим готов. Что? Войска союзников атакованы. Они повсюду. Что такое? СМ готов. Эй! Есть! Выкладывай! Войска союзников атакованы. Что стрясло? Передавайте координаты. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Ага. Круто. Джимми, ты только не забывай меня ремонтировать, и я тебе всю войну выиграю. Сэр, он всегда столько треплется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Все, надоело. Пошел гулять.
Докладывай, командир. Что происходит? Войска союзников атакованы. Достаточно Веспена. Просвети меня. Уже пришло. Так-так, красная кнопочка. А ты что у нас делаешь, интересно? Девочки и мальчики. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. А как вам это понравится? Пора жевать жвачку и драть задницы. Ум, девочки и мальчики. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Да, вот это по-нашему. А как вам это понравится? Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверняка что-нибудь узнаю. Силы. Старый добрый Тайкус никуда не денется. Разбуди меня, когда будешь готов. Ядерная бомба в пару мегатон сойдет за будильник. Кому навешать? Готов. Улучшение завершено. Ядерная ракета готова. Ожидаю приказов. Бегом, Мар! Где тут раненые? Я бог. Джимми, пора бы кое-кому бошки порасшибать. Что стряслось? За дело? Месторождение минералов выработано. Войска союзников атакованы. Я пробудился. Месторождение минералов выработано. Приказ.
командир. Просвети меня. Доктора вызывали? Давай, что прикажешь? Удали мою ярость. Уже там. Приказывай. Пора жевать жвачку и драть задницы. Держись от меня, пора. Доктора вызывали? Как вам это понравится?
запасе. Вооружен! Что прикажешь? Я чую. Два на новенького! Давай же. Ядерная ракета готова. Время просвети меня. Удали мою ярость. Брось дороги! Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Бегом, Мор! Кому навешать? Три базы уничтожены. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Да будут! Я уже заждался. Выкладывай. Брось с дороги! Давай, удиви меня! Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать. А то я даже не вспотел. Кому навешать? Давай, доктора вызывали? Бегу, Мор! Месторождение минера, база атакована. Посылайте подмогу! Кто на новенького? Вооружен и опасен! Что-то я застоялся. Пойду разомнусь. Войска союзников атакованы. Вооружен и опасен! Бегломор! Что стряслось? Понял. Пора жевать жвачку и драть задницы. Это твои парни там бегают, да, Джимми? Они отсюда как муравьи. Ожидаю приказов. Месторождение минералов выработано. Доктора вызывали? Отдарим их интеллектом! Вкусный кусочек! В научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. Улучшение завершено. Доктора вызывали? Я уже знаю. Кому навешать? Приказы будут! Отдалим их интеллектом! Что происходит? Улучшение завершено. Доктора вызывали? Я бог. Закрыться меня! Ожидаю приказов. Вооружен и опасен!
Отдали мы пенделекта! Кто на новенького? А как вам это понравится? Войска союзников атакованы. Есть работенка. Улучшение завершено. На твой счет. Войска союзников атакованы. Три базы уничтожены. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Да. Улучшение завершено. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Я устал ждать. Что прикажешь? Держись от меня. Удали мою ярость. Недостаточно Веспена. Кто на новенького? База атакована. И опасен. Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать. А то я даже не вспотел. Меня. Есть работенка. На связи. Души. Что прикажешь? Доктора вызывали? Я чую их страх. Давай, удиви меня. Мистер, база атакована. Милосердие, удел слабых. Кораблю требуется поддержка. Жду их слов. Доктора вызывали? Не до... Бегу, марш! Я устал ждать. Держись от меня, под... Удали мою ярость. Кто на новенького? Что-то я застоялся. Пойду разомнусь. Всех. Сформулируй. Подавай врага. Кого подлатать? Это твои парни там бегают, да, Джимми? Они отсюда как муравьи. Ядерная ракета «Улучшение» завершена. Кусочек.
научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. Доктора вызывали? Улучшение завершено. Где тут Ра? Я устал ждать. Время. Доктора вызывали? Держись от меня подальше. Ваши войска атакованы. Уже там. Я чувствую страх. Войска союзников атакованы. Пора жевать жвачку и драть задницы. Недостаточно респекта. Давай, удиви меня! Выкладывай! Девочки и мальчики. Так точно! Месторождение минерал. Брось с дороги! Превосходно! Выкладывай! Улучшение завершено. На шаг впереди всех. Твою сестрицу! Кому навешать? Ядерная ракета готова. Проблема. На следующей базе эскадрилья крейсеров. А Один не приспособлен к бою с ними. Высылайте миражи из космопорта. Если их будет достаточно, они справятся с крейсерами. Вот это веселуха. Ха-ха-ха. Не волнуйся, старина. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали. Прошу извинить меня на минутку. Подавай, врага. На шаг и все. Что не дождусь? Доктора вызывали? Давай же. Ну, я готов. Вы там как? Есть работенка. Войска союзников атакованы. Будет сделано. Выкладывай. Чего пугай? Выкладывай. Есть нападем. Что стряслось? Понял. Улучшение завершено. Джимми, надеюсь, ты меня слышишь? Иду на последнюю базу. Слышь, просвети меня. Подавай врага. Что происходит? Удали мою ярость. Ну, что там? Время пришло.
Вижу Одина. Орудие Ямато к бою. Эй, так нечестно. Ваши войска атакованы. Просвети меня. Я чую их страх. Отлично. С помощью Одина мы сможем захватить комплекс UNN на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить. Ты в отличной форме, Тайкус. Вижу, в холодильнике ты не испортился. Ты знаешь, страх и насилие — первоклассный тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да. Пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. Да. Никогда не задумывался, почему Менгск до сих пор не отправил за тобой призраков. Ты ведь ему как заноза в одном месте. Погибнув сейчас, в глазах общества я превращусь в мученика. И тогда ему от меня точно не избавиться. Сначала он должен смешать меня с грязью. Верно, друг. Хорошо, что ненависть к нему не замутила твои мысли. Но его терпение тоже не безгранично. Будь осторожен, мистер Рейнер. Кто-то из твоих работает на Менгска. Я чувствую это. С вами Кейт Локвилл в прямом эфире из студии UNN на Кархале. И у нас в программе специальный репортаж Донни Вермиллиона. Кейт, сейчас я имею честь говорить с генералом Горацием Ворфилдом. Итак, генерал, я правильно понимаю, что вооруженные силы Доминиона готовы представить нашему вниманию Одина, новейшее оружие в борьбе с зергами? Совершенно верно, Донни. Один пройдет маршем по улицам Кархала. И полное освещение этого события доверено вашему замечательному каналу. Генерал, здравствуйте. Это Кейт Локвелл. До нас дошли слухи, что во время перевозки Одина возникли технические затруднения. Кейт. Это правда, Кейт. Отправку задержали, связь с заводом ненадолго прервалась, но робот прибыл в целости и сохранности, поэтому церемония пройдет по плану. Итак, процесс пошел. Скоро новое орудие уничтожения сотрясет тяжелой поступью улицы Кархала. Какая муха ее укусила? Передайте, чтобы она не вклинивалась в мои интервью.
Значит, твой Хорнер все-таки управился с перевозкой. Поразительно. Ну и как Один показал себя в бою? Брат, это величайшее изобретение человечества. Когда я шел и сметал врагов потоками праведного гнева, я чуть не разрыдался. Ха. В общем, только скажи, и я с радостью выйду на бис. Скоро будет такая возможность. Не волнуйся. Ну что, мастер, сможешь построить что-нибудь вроде этого Одина? Ты спятил? У нас мощностей не хватит для производства такого масштаба. А я думал, ты можешь все что угодно. Ха. Ладно, черт с ним с масштабом. Придумаю что-нибудь. Ты уж не волнуйся. Я тебе такую хреновину склепаю, рядом с которой этот утюг-самоход и близко не стоял. Вот увидишь. Сэр, когда Тайкус поднимался на борт, я попросил техников просканировать его. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр — смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мёбиусы? Тайкус, Тайкус, во что же ты ввязался? Сэр, когда Тайкус подним... Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сам